Школу и детский сад в Надеждинском районе введут в эксплуатацию в следующем месяце. Объект посетил губернатор Олег Кожемяка во время рабочей поездки в муниципалитет. Школа и детский сад войдут в образовательный центр «Формат». Он расположился в одноименном жилом комплексе. Сейчас в новых домах проживает более 350 семей. Всего в этом микрорайоне смогут поселиться более 4000 человек. На сегодняшний день здесь до конца года будет сдано порядка 30 тысяч квадратных метров жилья. Вот. Часть уже домов заселена, часть на стройке. Нет никаких сомнений, что они будут введены в строй. Очень комфортные условия проживания, очень грамотно простроено дворовое пространство, время проведения досуга. Вот. Организованы, построены здания, где есть торгово-развлекательный центр, где могут заниматься и дети. Ну и рядом сдается школа на 450 мест, и детский сад уже построены по новым проектам. По новым проектам, где и другие размещения классов, где уже и специализированные площадки, в которых могут тоже заниматься в том числе жители этого жилищного комплекса «Формат». Детский сад и школа примут детей уже в этом сентябре. Образовательные учреждения строят в рамках государственно-частного партнерства. Согласно условиям концессионного соглашения, инвестор вкладывает в строительство собственные средства, а после ввода объектов в эксплуатацию и передачи их в собственность администрации Надеждинского района будет получать поэтапную компенсацию от государства в течение 7 лет.